где VR? Когда будет VR? Мы хотим VR! Вот такие вот комментарии я читаю каждый день. И мое терпение лопнуло. Не пытайтесь меня уговаривать снять четвертую часть VR. Но зная своих подписчиков и зная то, что вы меня можете съесть, так уж и быть, будет вам VR. Только это будет страшный VR. Хоррор, от которого все обкекаются и перестанут просить VR в комментариях. Короче, я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита, но мы начинаем. Перед просмотром данного ролика советую взять подгузник, поставить лайк, а также предупреждаю, что это запись стрима. Все, ребят, начинаем! Если вы обкекаетесь во время просмотра данного стрима, то я, в принципе, тоже. Итак, что мы видим? Это бэкрумс. У нас руки, кулаки, я не могу рожать их. Ничего не могу делать, так, я могу присесть. О, моя тень, здравствуйте. Значит, что мы тут видим? Мы видим, это мы, это каракуля, это выход. Нам нужна лестница, которая сломана, видимо, да? Ну ладно, пойдем, ура! И что? Я в тупике. Это тупик же. О, это тупик, подожди. Мы, кажется, прошли игру, мы нашли тупик. А в чё? Где логика, в принципе? Блин, я не понимаю! О, стоп. Всем молчать. Я нашел дверь. Я не могу открыть дверь. Откройте, пожалуйста! Откройте! Пожалуйста! Но она закрыта. А что делает там ситуация? Закрытая дверь, вон! Ты посмотри! Ну это песосий. Блин, мне страшно, что какое-то чучело тут ходит. Но оно же по-любому тут ходит. Блин, мне страшно. Мама, помоги, пожалуйста. А! Что это? А! Что? Так, подождите. Я официально наложил штаны. И мне очень страшно. Так, ладно, это чупакабра там. И как бы уже мне надо памперс, как минимум, подгузник. Так, я нашел лестницу. Мне надо это... О, подожди, это можно взять. Я понял! Все понятно. Все. Господи, я реально, сейчас у меня сердце остановится, ребят, подождите. Господи, мне надо лестницу построить, да? О! Ключ! Ключ! Какой в попу ключ? Нет! Мне надо идти к той двери! А я не хочу! Я не хочу! Вы понимаете меня? Мне надо туда идти, а я не хочу идти туда! Зачем вы меня заставили в это играть? Я не хочу! Я хочу домой, все! Я присяду и буду какать! Ладно, нет, этого я делать не буду. Блин, вот я вижу в чате вам смешно, а мне нифига не смешно. У меня сердце сейчас из трусов вылетит просто. Ладно, пойдем. Дверь вроде была там. Блин, ну это чупакабра, ну это полуфабрикат там ходит. Мне это не нравится. Все будет хорошо. Все будет просто прекрасно. Так, дверь была где-то там. Блин, оно еще... Вот, я просто, чтобы вы понимали, я думал, эта каракуля будет, ну, примерно ростом со мной. Но она, блин, выше потолка! Так. О боже, все, я нашел. Я прошел. Так, за мной нет никого? Нет никого, все хорошо. Так, там вниз я не упаду. Вниз я не хочу падать, я хочу... О, выход! Это же выход, да? Так, какие-то веревки, их, наверное, надо взять.
Я надеюсь, что я правильно делаю, это все. Это конец. Это конец игры, да! Это же конец. Фух, это конец игры. А-а-а, это не конец игры! Мама! Мама, я хочу назад! Это, ну блин! Я не хочу в это играть! Я хочу какать! Я хочу в туалет, я не знаю, но... Этот смайлик мне не дает хороших эмоций! Ушлепок! Кто тебя нарисовал? Ладно, все. Блин, ну это, ну, песоси. Ну блин, это не нормально! Я не хочу тут... Я не хочу туда идти. Ну, тут, ну, реально, ну, обсериться можно. Ну, вы смеетесь, а мне нифига не смешно. Я плакать сейчас буду. Ой, блин, почему я согласился на эту игру? Ладно, все. Это просто сбой с электричеством. Мама. Ладно, все, просидем. Что это? Я это возьму? Нет, не возьму. Господи. А-а-а, мне страшно, открой дверь. Все. А я могу уехать? Нет, я не могу уехать. Зашибись, а почему я не могу уехать? Тут же машина есть, я хочу уехать. В чем прикол? Все, инвентарь можно с помощью Б открыть. Все, понял. У меня фонарик. Он работает? Фонарик не работает. Фиговый фонарик. А, не, работает. Подожди, смотри. Все нормально. Ушлепок, у меня фонарик! Ты ослепнешь, как только его увидишь. Ты понял? Кто бы ты... Нет, я не хочу. Блин, да вы... Ушлепки, зачем вы выбрали эту игру? Ладно. Слышишь ты, я этот фонарик могу запихнуть туда, где не светит солнце, так что ты не выеживайся на меня, пожалуйста. Я открою, да, я открою, я закрою. Так, тут что, можно открыть? Нет, нельзя. Это что, банка, не знаю, что, кока-колы? Берем, еще берем. Берем все, попить. Подожди, это мой рост? А что я такой маленький? Подожди, дверь как будто большая, я как будто малыш. Так, ладно, давайте посмотрим. Давайте оценим обстановочку. Обстановочка фиговая. Очень фиговая обстановочка. Прям вот настолько, что я не хочу в это играть. Блин, еще бы, ну, прикол в том, что если бы я на компе это играл, я в VR. Полное погружение. О, машины. Так, тут машины накрыты. Я могу их открыть? Нет. Подожди, или тут какой-то ключ может? Подожди, может, мне надо посветить? Ну, тут в чем-то прикол, тут какая-то загадка. И тут какой-то прикол с этими машинами. Но при этом я еще не видел того, кто нас пугает. И меня это пугает вдвойне. Красный, желтый, синий, зеленый. Нет, господи, да... А какой? Иди посмотри машины, не должен... Ай, ну я... Ладно, идем смотреть. Ааа, я не хочу. Ладно, бежим. Я закрыл глаза. Так, там никого нет? Там вроде... Ну, вроде никого нет. Фух, господи, я обсерился. Ну вот, красный, ну... Подожди, а как? Я не понимаю немножко, смотри. Красный, желтый, синий, синий. Прошло много времени. Ёперный ты кокос! Что произошло? У меня должно быть низкое здравомыслие. У меня понос сейчас начнется. Я сейчас обосрю эту дую. Я не могу, мне просто плохо, я не хочу в это играть, я не хочу. Зачем я на это согласился, я не знаю, блин, тут ужасный VR даже, господи, ну пожалуйста, ну я не могу. Синий, желтый, красный. О, сработало, ура, да, все нормально, все, уезжай, куда-нибудь уезжай, пожалуйста, пока. Ох, вот это, конечно, да.
Вот это, конечно, можно наложить штаны. А что поменялось, собственно говоря? Блин, ну вот тут по-любому кто-то будет. Ну вот тут вот 100%. Вот если тут кто-то будет, блин, ну я все, я теряю сознание и все. Тогда на канале видосов не будет. И чё? О, я понял, смотри, мы пьем напитки, и у нас мозг восстанавливается. То есть мы... Я понял, чтобы не потерять рассудок, вот эту вот штуку, мы должны пить напитки. Ладно, все, это понятно, это хорошо. Так, давай тогда возьмем напиток, потому что это важная штука. А я гуляю по парковке, тут монстр ходит где-то, он меня убьет скоро. Так, вы видите, как я схожу уже с ума. Я пою ужасные песни какие-то непонятные. Капец, тут парковка большая. А вы не прифигели делать такие большие парковки, а? Так, у нас тут кола, мы ее берем, открываем это, тут ничего нет, открываем это, тут тоже ничего нет. Так, у нас при том всем есть какой-то ключ. Я помню то, что ключ, так, этот фонарик нам не нужен. О, ключ, еще один, нормально, хорошо. О, еще один ключ, забираем, нормально, хорошо. Так, у нас есть какие-то три ключа, я так полагаю, и есть какой-то монстр. Мать моя женщина, Валера, такой ты у нас Валера, закрылся, не открывай дверь, пожалуйста. О боже, я уже думал, он откроет дверь. Ладно, мы видели монстра, он довольно-таки как бы не страшный, хотя я, честно говоря, обсерился. Вот. А что мне теперь делать? Я не хочу открывать эту дверь. Я открою эту дверь, мне крантык будет. Что мне делать, ребят? Мне открывать эту дверь, что ли? Я могу ее открыть. Закрывай! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я инфаркт к жопы не хочу себе, поэтому не-не. Я выключаю эту игру, я ее удаляю. Ну вас, ребята, в попу. Фух. Я не знаю, кто досмотрел до конца, но кто досмотрел, напишите в комментариях. Короче, как-то так, страшный VR. Надеюсь, вы не будете больше просить VR. Так, все, с вами был Паша Плейчин, всем удачи, всем пока. Так, я что-то не понял, ты там пошел в комментариях писать про VR? Нет, не надо, не пиши. И Леху я в эту игру не позову, не надо.